Всем привет! С вами канал Art Money. И сегодня у нас видеообзор на вот такой вот пухлый кролик. Воздушное суфле со вкусом жвачки. Жвачка у нас Bubble Cum. Какой-то вот такой вот интересный. Она немножечко у меня придавленная, к сожалению. Вот, поэтому не удивляйтесь. Вот здесь у нас 85 грамм, стоила она 25 рублей, покупала ее в фикс-прайсе. Так, давайте посмотрим состав. Ага, вот он. Вот состав, кому интересно, нажмите стоп и прочитайте. Вот, а мы с вами будем ее открывать и пробовать. Для этого нам еще и тарелочка понадобится. Летела как далеко. Запахло сразу жвачкой. Ах, она приклеилась. А на самом деле, конечно, нет, они не такие. Когда я покупала, выбирала в магазине, она была обыкновенная, нормальная, рассыпчатая. Но, блин, вот чем-то я ее так вот придавила. Такая, кстати, такая она тоже интересная довольно. Такие они. Ну, жвачка прям пахнет, как в детстве. Вот помните, жвачка была. Обалденно пахнет. Давайте ее попробуем, не будем тянуть время. По вкусу она действительно напоминает жвачку. И причем тут еще нарисованы эти вот жвачки, как в детстве, помните, были. Вот прям вот по вкусу вот копия также. И при этом пытаешься ее жевать как жвачку, но она исчезает. И сразу поступает сигнал в мозг, блин, что-то не так, почему жвачка исчезает? Ну, очень такая нежная, прям в меру сладкая, такая ароматная. Не знаю, хочется съесть таких много, очень много хочется съесть. Такая она прям мягенькая. Беленькая, немножечко, может быть, она розоватая. Очень вкусная, прям нежно она тает во рту. И прям аромат жвачки прям просто бесподобный, просто обалденный. А кто попробовал, обязательно свои отзывы напишите внизу под этим роликом в YouTube. Обязательно. Также не забывайте ставить лайки. Я стараюсь для вас делать такие обзоры. Подписываться вместе с колокольчиком, также смотреть наши другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Моему сыночку 3 годика. Также обзоры на другие продукты из других магазинов, не только Fix Price, из магазинов Победа, Светофор, из обычных магазинов. Обзоры на технику также у меня есть, фоны, живопись. Кулинарии. Там много-много-много всего интересного. Обязательно смотрите, обязательно подписывайтесь. И с вами был канал Art Mania. Всем пока-пока!